Еще одна книжка, она давно была написана, такое своеобразное название «Неприкаянные записки в неуместную эпоху». Это отдельные фрагменты, я попытался поэкспериментировать, я взял разнородные материалы, которые в книге еще не превратились. Там есть философский задел, еще такие мои юношеские записки, там есть социальная психология, там есть вопрос христианства, которые обсуждались в переписках с друзьями. Там есть несколько политических рассказов. В общем, есть на любой вкус. Ну, полистав эту книгу, вы сможете посмотреть, что вас привлекает. Может быть, автор вас привлекает, и вот разнородные записки, которые не складываются в какую-то единую концепцию, они что-то скажут вам и об авторе. Как есть такой метод живописи, то есть не рисуют там где-то постепенно из одного уголка в другой, да, а набрасывают мазки в разных местах разными красками, а потом художник отходит, и получается, что картина вот она готова. Ну, это вот такие вот разнородные мазки в разных местах холста. Вот так они набросаны в неуместную эпоху.